Сотрудникам прокуратуры помогают разгневанные жены. На телефон доверия позвонила женщина и попросила закрыть игорное заведение, в котором муж оставляет всю зарплату. Сотрудники прокуратуры среагировали немедленно и вышли на место. В игровом зале на Лежневской 173 под видом интернет-кафе функционировал игровой клуб. В пользу государства сотрудники прокуратуры изъяли 5 профессиональных компьютеров, на которых игроманы просаживали деньги, и 18 800 рублей. Незаконная игорная деятельность ведется в иных адресах на территории поднадзорной прокуратуры района. Поэтому своевременность и бдительность граждан помогает пресекать и бороться с проведением азартных игр. В одиночку правоохранительным органам достаточно сложно оперативно реагировать на открывающиеся игровые клубы.